Вадим Валерьевич, признать виновным в совершении преступления предусмотрено частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пункта Б части 4 статьи 174 со значком 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить наказание по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободного срока 8 лет с ограничением свободы на 1 год с установлением ограничения обязанностей не выезжать за пределы того муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы, не менять место жительства, место работы в случае трудоустройства без согласия его исполнительной инспекции, исполнительного жительства, осуществляющий надзор за отбыванием осужденного наказания в виде ограничения свободы. Возложить на Маркелову обязанность являться в исполнительную инспекцию по месту жительства 2 раза в месяц для регистрации. По пункту Б, части 4, статьи 174 со значком 1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 5 лет. На основании части 3, статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначит 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исполнительном колонии общего режима с ограничением свободы 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исполнительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год с установлением ограничения обязанностей не выезжать